Міністерство оборони України від початку поточного року допустило до експлуатації у збройних силах 10 вітчизняних роботизованих комплексів. Прямо зараз слід сліду думати варіантах відповіді. напрашується як мінімум три. Сучасні технології, а саме дрони та наземні роботизовані платформи допомагають мінімізувати контакт з ворогом, захищаючи життя військових. Тому роботизація посилює бойові спроможності, підрозділи збройних сил України. Так і наземні роботизовані платформи використовуються як носії озброєння та для ведення вогню з укриття. Деякі комплекси вже успішно пройшли бойові випробування та отримали високу оцінку українських військових. Как быстро изменилась динамика войны. То есть местами российское наступление продолжается. И где-то они что-то захватывают. И я не буду тут высказывать вот эту вот мысль, что та посадка или это. Мол, ничего страшного. Это наша земля и за эту землю российских оккупантов нужно убивать. Но что важно? даже российская пропаганда она вот этим так называемым достижением совсем не рада, потому что они находятся в состоянии перед большим шухером, который обязательно произойдет. Как можно охарактеризовать температуру в российском дурдоме? И их агрессивные военные планы ну, описываются примерно так. Да на самом деле все довольно безрадостно, и не надо недооценивать Запад. Преждевременно открывать шампанское, бить фанфары, трубить в трубы, праздную победу. До победы еще очень и очень далеко. Да, настроение в московских студиях на букву «Г». И прежде всего это связано с тем, что они начинают первые осознавать, что они тоже, они тоже теперь на линии огня, это первое, Б будет прилетать по Москве, С за ними тоже придут. Знаете, все-таки, когда генерал информационных войск Владимир Рудольфович Помет говорит о том, что его тоже могут арестовать, как и некоторых российских генералов, это дорогого стоит да понятно что вот эти настроения они связаны во многом а, решениями наших западных партнеров но ну, четко усилить нашу украинскую армию это это понятно значит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения f16 это все обсуждается и что важно они понимают что им кирдык Кобзда. Российским фашистам Кабзда. И вот, понимаете, когда этот тезис транслируется на всю Большую Рашу, ну, мне кажется, это приятно. А благодаря кому это все произошло? Ну, в первую очередь, в первую очередь, благодаря силам обороны. Ну, и, наверное, не просто силам обороны, а сухопутным войскам. В первую очередь. А, конечно же, это все наши механизированные подразделения, бригады, батальоны отдельные. Ну и артиллерия. Вот мне пришел тут подарок от 43-й отдельной артиллерийской бригады. Не путать, не путать с отдельной 43-й механизированной бригадой. У них прикольное гасло, лозунг. Бытыся, а не Вы, наверное, спросите, а за что мне такое счастье? На самом то деле, как частенько бывает, незаслуженно. Мы закрыли с вами сбор, который организовал наш суперпилот Мрии Руслана Дмитрий Антонов. Дмитрий, кстати, летает на всех самолетах Ан нашей, нашей любимой фирмы. А, скажем прямо, деньги мы сбрасывали все, а подарок пришел только мне. В любом случае я благодарю э, за такой вот сувенир э, командира Ярослава Лысенко. Не знаю, почему вы тут нарисовали Panzer 2000. Наверное, вам просто нравится эта первоклассная немецкая гаубица, э, с которой теперь можно стрелять по Белгородской, Ростовской и другим областям которые граничат с нами и откуда что-то может прилететь нам. Полковнику Улысенко, большое спасибо. Ну а от нас, от зрителей YouTube канала с поэтическим названием Роман Сембалюк, просто спасибо. И берегите личный состав. Да, вот здесь написано моя фамилия, но вот правда. Иногда я что-то делаю хорошее, но это хорошее, но абсолютно не Поэтому хвастаюсь и да, с повагой командир 43-й окремой артиллерийской бригады имени Гетьмана Тараса Тресила, полковник Ярослав Лисенко. 27.05.2024. Року. Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. Ну и давайте теперь насладимся истерикой российских нацистов. Они понимают, что они нас не победят. И вообще-то вот этот вот вой, он а, вроде бы такой, знаете, бомбить НАТО, разбомбить всех но по факту они крошат батон на своего президента Владимира Путина. И да, российская пропаганда, она делает все возможное для того, чтобы поставки в Украину высокотехнологического вооружения не останавливались ни на минуту. Потому что они больные в прямом смысле этого слова. Они вот этот вот Лозунг 43-й артиллерийской отдельной бригады «Бытыся, а не они распространят на все страны НАТО. Почему? Да вы только послушайте прогноз погоды. Роза ветров благоприятствует нанесению ядерного удара по территории Чехии с дальнейшим радиоактивным шлейфом и радиоактивными осадками в течение 24 часов. 36 часов русофобским Польши, Германии, Дании, юго Швеции и Норвегии. То есть боевое применение ядерных боеприпасов э, фронтовой авиации в стратегической зоне не ограничено из-за преобладающих восточных и юго-восточных направлений среднего ветра в слоях от 0 до 12 километров. Это так на всякий пожарный справка о том, э, как роза ветров может усугублять положение супостата. Если кто-то думает, что это шутки, что это смешно, ничего подобного, что-то подобное говорит администратор телеграм-канала Дмитрий Медведев. Сегодня он выплюнул такой гигантский пост на тему, что ядерная война неизбежна. Об этом говорит Владимир Путин, об этом говорят все российские пропагандисты и грустят. Почему? Да потому что вот эта история, история про густонаселенную Европу, она же чем интересна? Надо подумать о том, что их города – это города с плотным населением. Значит, что ультиматум с нашей стороны, следом удара, еще раз скажу, максимально тревожное, но ведут нас по этой лестнице эскалации представителей НАТО. Дело в том, что на планете много частей, где живут люди очень плотненько. А знаете, где еще? Плотность населения очень высокая. В городе, в котором я провел, ну, в некотором роде много лет. Да, в городе Москва. Там тоже очень плотность населения высокая. Москвичи. Вы понимаете, к чему я это все дело клоню? Вы думаете, нам F-16 поставляют только для того, чтобы в случае чего бомбить Ростов? Если вы не угомоните своего деда, вас угомонят. Наши котыки, если что, это неофициальный шеврон 43-й отдельной артиллерийской бригады. А все силы обороны Украины, которые, да, живут по принципу бытыйся, а не жорытыйся. А теперь нам надо найти страну, которую будет, будет не жалко спалить демонстрационно. А давайте вот сейчас пусть в лайв присылает, какую страну не жалко. Какой хороший голосование по всей стране, какую страну вам не жалко. Друзья мои, а давайте мы тоже присоединимся к этому голосованию. Они в данном случае внимание выбирают не Украину, а страну НАТО, которую они показательно накажут, уничтожат все население. Да, да, да. Так вот, раз вопрос стоит в таком ключе, так а может быть, ну я предлагаю вписать в этот список два государства для начала. Республика Беларусь и Российская Федерация. Вам жалко?